Юномания. С вами четвертая студия на четверке «Беларусь-4 Могилев» и в интернете, в нашей группе ВКонтакте «Беларусь-4 Могилев», но и «Музыка Могилев». В прямом эфире вот такие гости у нас сегодня. Легендарная, сами вы только что видели, группа под названием «Юрский парк» и специальный гость Евгений Булава. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, ну видели, как ребята поразили метров эстрады, да, рок-музыки? Не удивлены? Ну, что удивляться? Порвали голос? Да. Или сорвали, как правильно? Согласен. Ну, как-то так. Или так, или этак. Я пользуюсь случаем, да, таким вот редким случаем четвертой студии, представлю вам эту легендарную группу. Хотя я не являюсь менеджером, но волею судьбы вот эти элегантные джентльмены, они стали героями вот этой книжки Дубровенко Форева, автором которой я, опять же, волею судьбы являюсь. Ну вот волшебным образом они сегодня вышли к нам в студию. Ну, материализация, она же ведь... материализация в действии. Ну, расскажите, кто сегодня играет и в чем их легендарность? Ну, легендарность я скажу чуть позже, а вначале я представлю каждого из участников. Слева на гитаре, в которой 6 струн, Юрий Давиденко. Это музыкант, которого, наверное, для любителей музыки со стажем в отдельном представлении не нуждается, потому что играет человек с начала 70-х годов. Представьте себе, у кого есть калькуляторы, у кого есть возможность и способность посчитать, какова продолжительность. Вот именно такова продолжительность, которой Юрий занимается музыкой. На басу? На басу у нас Игорь Беляев. Игорь Беляев не менее легендарный человек, хотя чуть и младше по возрасту. Ну, я раскрою тайну. Игорь, кажется, 19 мая тебе исполнилось 55 лет. Ну вот, спустя полтора месяца мы тебя поздравляем, я лично. Спасибо. Вот так вот. И сзади Игоря на барабанах... человек, который, я бы сказал, судьба которого связана с многими другими музыкантами, играющими на барабанах, потому что этот человек воспитал такое количество прекрасных барабанщиков, которые барабанят везде, и в Беларуси, и за ее пределами. Антон Ажипа, вокал, ну, вы его оцените буквально через несколько минут. Его папа, Слава Ажипа, играл на бас-гитаре в легендарных романтиках. Опять же, вот такая вот связь. И на клавишах Игорь Коржов, человек, который может быть везде, может делать все, может играть музыку от джаз-рока до патриотик мьюзик. Так что, как говорится, вот они. Ну, а Антон нам сейчас скажет, что же вы сыграете, какая будет первая песня. Первым делом сказать всем здравствуйте. Здравствуйте, да, в камеру. Ну и первая композиция, замечательная вещь, называется она Nature Boy, из репертуара Nat King Cole.
Настоящий парень от Юрского парка у нас в студии прозвучал. Мегахит 48-го года. Кстати, автор этой песни постеснялся отдать ее Нэт Кинг Коулу и поэтому передал через охранника эту песню, и только тогда уже потом разыскали автора. Скажите, пожалуйста, может быть, к Игорю у меня вопрос. Да. Давно вы играете, это понятно, в Могилеве, но музыканты не очень любят, когда их называют динозаврами, там, динозавры рока и так далее, а вы назвались Южный парк. Почему так вышло и как? Ну, вы знаете, Юрский парк. Угу. Южный парк — это ребята, по-моему, которые... Которые маленькие. С рэпом, да, да. В 2007 году был такой проект. Все музыканты под одной крышей. В одном очень концерте, вот Евгений помнит, наверное, это мероприятие, которое происходило, да, в 2007 году. Лига. В Лиге, клуб Лига. Вот. И в этом проекте участвовало очень много коллективов, наверное, порядка 8 или 10. Вот. И один из коллективов, который
идейным вдохновителем и, можно сказать, ну, художественным руководителем был Николай Ладев. Вот. Он назвал эту группу «Юрский парк». Ну, понятно почему. Потому что музыканты, которые уже давно закончили свою музыкальную карьеру, и спустя ну, достаточно длительный промежуток времени занимались кто чем? Кто бизнесом? Ну, к музыке отношения имели достаточно такое и вдруг удаленное. Все началось. Да, и спустя, наверное, порядка, наверное, двух десятков лет, вот Коля вообще к микрофону не подходил. И вот когда он взял микрофон, ну, это настолько такой харизматичный артист, было для нас было, в общем-то, открытием, лично для меня. Вот. И вот так, скажем, и повелось. Юрский парк, музыканты менялись, кто-то уходил, кто-то приходил. Ну, вот так и закрепилось. Динозавры, ну, значит, динозавры. Жень, ты вот как раз держишь книжку свою «Дубровенко». Да? Писал ты здесь о музыкальной тусовке 70-х, там, 80-х годов. Чем это время тебе запомнилось? Почему книжки писать начал? Ну, время запомнилось, если в контексте музыки, то оно прежде всего запомнилось тем, что музыка была тогда своеобразная. Ну, та, которая была живой, это были каверы. А та, которая была реальная музыка с пластинок, то, вы понимаете, это была классика. Наверное, у многих сегодняшних людей молодых, которые смотрят сквозь призму сегодняшнего дня на прошлое, они вызывают удивление, почему каверы? Почему не, собственно, дело в том, что до некоторых пор не существовало такого вообще понятия, как это взять и написать песню. Вы что? Да это же, ну, я серьезно вам говорю, у людей возраста папы Антона Ожипы, вот как раз-таки вот этот был такой алгоритм в сознании, который спеть существует. Что-то свое? Да. У меня к Александру вопрос, если можно, микрофон только возьмите. Так уж вышло, мы начали говорить о том, что вот наша группа «Музыка Могилев», она странные вещи делает, разных людей сводит, да, встречаются они. Вы вот тоже были моим учителем по классу ударных инструментов в пятой школе. В музыкальной школе, да. Помню, да. Да, в этой школе. И так уж вышло, что как только вы из этой школы ушли в другую, да, я, к сожалению, забросил инструмент, потому что я потом, ну, с другим учителем я уже не смог играть. А я очень хорошо помню ваши джинсы «Монтана» такой фирмы. Это 80-е годы, я смотрел и думал, блин, как это круто. Вот. Ух ты. Так, может, поменяетесь? Натурально. Но сейчас уже «Монтана» ж не найти, наверное. А я имею в виду за барабаны сесть. А за барабаны нет. Вы то время как запомнили? Очень хорошо. Буквально золотые были годы. Был Советский Союз, было другое время немножко. И музыка была живая. В общем-то, хорошими музыкантами жизнь свела. И, в общем-то, вот, ну, ребята вот играют, все, продолжают хорошие традиции. Я думаю, что вот в таком плане. К Игорю Беляеву у меня вопрос. Передайте ему, пожалуйста. Вы, насколько я понимаю, зимой в ДК «Кимолокно» играли, а летом на танцах? Да. А что играли, какой репертуар? Каверы, как сейчас называют, каверы. Ну а что, что, какие песни? Юрий Антонов, форум, группа такая была, помню, Салтыков. Английские вещи играли. А Салтыкова «Крутится волчок»? Островок. Наверное, островок. Островок. Островок, да. «Крутится волчок» — это, круиз. По-моему, круиз. Круиз. Да, тоже играли. А вы помните, как начинались драки на островке? Да. Второй куплет, как я да, помню. Да, для нас это была катастрофа, потому что мы выносили аппаратуру, это там стоило больших усилий. Хотелось поиграть. Начинается драка, все, танцы заканчиваются, начинаем складывать аппаратуру, злые, не поиграли, и таскать приходится. Вот. Но сейчас у вас есть возможность поиграть, тут драки не будет, да, Женя? Да я надеюсь, что драка есть в книжке, там есть фотография даже. Там есть, кстати говоря, редкая фотография, действительно, как начинается драка. Да. Только я уж не помню, кто там был на сцене. Сцена, да, трудно сказать, но драка реальная, она запечатлена в ДК, в котором играли, я думаю, многие из стоящих, это ЖД, ДК ЖД. Вот, так что... Что сейчас играете? У нас сейчас по программе Doobie Brothers, и песня называется Long Train Running. Ну, собственно, о любви
это приблизительно так. Поезда уходят, можешь им помахать, ну и вместе с этим машешь своей уходящей любви. Так вот, где бы мы были сейчас без любви, поется в этой песенке. Ой-ой-ой. Женя, да. Твоя книжка открывается историей о человеке, который здесь присутствует. Это да. Юрий Давыденко, до этого ничего у нас не говоривший. Расскажи эту историю, напомни Юрию о его волшебных гитарах. А да, здесь вкратце говорится о том, что многие из вас, наверное, знают, что в эпоху развитого социализма инструменты приобретать было практически невозможно, их просто не было, гитары выпиливали. Но чтобы они превращались в электрогитары, там необходимы были определенные манипуляции с определенными элементами обыкновенных телефонов, которые висели в будках. Юрий был один из... Он вообще человек золотые руки, здесь об этом так и говорится. Он может многое, он работает в мастерской, в которой реставратор высочайшего... А куда же доехала однажды его гитара? Ой, в Америку. В Америку. Юра, вот расскажи, пожалуйста, как вот это было дело? До самой Калифорнии. Ну, известный одноклассник мой, ну, среди нашего поколения, Алик Кускин, как-то так вот передал, попросил. В Денвере живет он. То есть у него Гибсон, такая акустическая гитара. Ну, дочка затаскала по общежитиям, там, на гулянках.
И он говорит: Юра, если можешь, сделай. Если, ну, если не, нельзя сделать, в ближайшую мусорку выкинь. Ну, в общем-то, удалось. И фотографию он прислал с берега океана, с вашей гитарой. Где-то коробочка стоит. Совершенно верно. Вот Денвер, вот Али Кузькин, и вот гитара, которую отреставрировал. И пришла из города Могилева. Да, то есть она приехала из Америки сюда, была отреставрирована и уехала в Америку. И радует слушателей за океаном. Женя, была разница, какие вот группы играют на танцах? Конечно, конечно, конечно. Ну, во-первых, игра, репертуар большое значение имел. Если это музыка, которая была, слетала, как это говорят, вот, вот с листа календаря, то это, конечно, было супер. Это то, что было на слуху. Самый хит. Ой, самый хит. Ну, если я назову Юрахип Джилаймонин, вот первое, что пришло в голову. Я помню, медляк такой длинный. Вот, знают все. А из русскоязычных? Из русскоязычных, как-то русскоязычный. Ну, Антонов, да, был популярен необыкновенно. «Несет меня течение» там, или что-то в этом духе. Вот это вот, Юрахип. Да. Что приятно всегда, когда живая музыка и импровизация, потому что когда ребята играют, ну, очень уж слаженно они играют. Кстати, современные музыканты все с метрономами в ушах. Ну, у них в сторону ритм не уйдет ни на секунду, ни одна лишняя нота не проскочит тоже. У меня вопрос к Игорю, если можно. Ну, главный сессионный музыкант Могилева, так вас мне представляли, когда я спрашивал. Да, со всеми играл, наверное. Вы подсчитывали, с каким количеством коллективов вы поиграли? Да дело в том, что это судьба, наверное, многих музыкантов. И все музыканты, вот, которые здесь, ну, все в городе переиграли друг с другом. Вот. Я достаточно длительный, благодаря Игорю Беляеву в свое время, в 90-м году, тот первый музыкант, с которым мы познакомились, он меня ввел мир музыки могилевский. Первая песня, которую мне давал, помнишь, Игорь, да? Deep Purple мы с тобой снимали вместе, да? Вот, да. Ох. Вот. Ну, я смотрел на этих ребят, ну, для меня это были суперзвезды. Вот. Я к музыке такой в то время имел достаточно отдаленное отношение. Но играть хотелось всегда. Играл с 4 лет. Ну, вот благодаря Игорю заиграли везде. Ну, можно сказать и так. Очень большой период работал с Валерием Катковым. Знаете, наверное, такого музыканта. Ну, конечно же. Поэтому судьба музыкантов всех. Мы переиграли друг с другом в разных местах, в разных ресторанах, в разных проектах. Вот. И это здорово, наверняка, что вот это вот есть такой информационный, энергетический обмен между людьми. И это толчок настоящему Антон, творчеству. Антон, у меня вопрос к вам. А вот нет такого мандража, что когда вы поете чужие песни, вас в любом случае сравнивают с вокалистом? Вот музыканты, они как-то могут спрятаться у вас за спиной, а вы на передовой стоите. Нет, ну это безусловно, это есть всегда. Ну, просто стараешься как-то максимально приблизиться к тому, что слышишь. Вот. Ну и со временем, получается, выходит это все в какое-то мастерство. Я надеюсь. А что со стороны себя как бы оценивать так, ну, самому неадекватно, а со стороны все-таки слушателю. Ну, те, кто смотрит, ну, слушатель трансляцию скажет, в интернете, лайки это ставят, сердечки посылают вам. Ну, это уже радует. Спасибо. Спасибо. Антон поет практически все. Какая следующая песня, Антон? Песня из репертуара Стиви Вандера. Песня про суеверие. Superstitious. Riding on the wall.
Как давно, Женя, не был ты так близко к музыке? Ну, давненько вообще. Такой, тем более, живой. Такой, электрической? Электрической, да. Прям такое дуновение, и меня чуть это самое... Вот, а как быть. Драйвово ребята играли, ты видел? А, ну да, ну, слава богу, какой, играли и на наших тусовках. Какой кайф они ловили от этого всего. Да, да. У меня вопрос к Александру, если можно. Александр, микрофончик возьмите. Очень много учеников у вас. Вы их считали когда-нибудь? И как далеко они заехали? По всей Беларуси и за ее пределами. В общем-то, многие играют в оперном театре, преподают на педагогической работе, преподают в консерватории в нашей белорусской. Также в оркестре Финберга двое моих ребят. Ну и в Америке есть вот пару человек. А в чем талант барабанщика? В труде. Труд делает. Надо очень много трудиться, заниматься, и все получится. Я помню, вы никогда со своими палочками не расставались. Ну, всегда, где бы ни сидели, колотили себе конечно, по коленке. Постоянно должен быть музыкант в работе. У музыкантов, так же, как и у спортсменов, нет выходных. Этот человек должен быть всегда в форме. Вот в этом весь секрет. К Антону мой вопрос. Стиви Вандер эту песенку пел про... Суеверия призывал не верить. У музыкантов есть суеверия какие-то? Ну, опять же, как поется в песне, это не наш путь. Если мы будем в суеверия верить, то ну, неизвестно, куда нас это приведет. Поэтому лучше мы будем своими руками как-то вершить свою судьбу. Музыканты не суеверны. Да. Ну, по крайней мере, я думаю, что мы. Правильно? Да. Да, ну вчера все кошку согласны. Обошли. Кошку обошли? Да. Это до репетиции этой песни или после? До репетиции. У нас было только 3 репетиции. Да, к сожалению. Да. Это спасибо Александру Лущенкову, что он отозвался. И мы сегодня в таком составе собрались. Вообще, на самом деле, было это у нас накануне 3 репетиции. Поэтому, Саша, тебе низкий поклон. За твое умение, за твой талант и за твою отзывчивость.
Спасибо, дружище. Да, спасибо, Саша. Ну, а вообще мы собирались последний раз, наверное, в сентябре прошлого года, к сожалению. Достаточно регулярно собираемся. Почти регулярно не собираемся, да? Ну да, это благодаря вам. Новый толчок. Чудеса случаются, слава богу. Очень много в ресторанах вы играли, в различных. Вот, может быть, Игорь скажет, как смотрится со сценой вот, на ресторан, потому что некоторые говорят, ну как можно есть, когда люди играют, а те, которые играют? Дело в том, что мы на сцене тоже принимали, для Сугрева принимали, и тогда, в общем-то, мы были на одной волне с публикой. Да. А Коноплев не ругался? Микрофон, да. Коноплев относился к этому спокойно. Он не пьет, но, в общем-то, молодец, короче. Не укорял. Понял. Какой ресторан был самым крутым музыкальным? Ой, ну, самым крутым еще... Когда появился Могилев, то я помню, это была башня, да? Вот, потому что Могилев — это был архитектурный такой выстрел. Ну, там лапидарность полнейшая в архитектуре, там прямые линии... Музыка. Так вот и музыка там туда, все хотели туда, и музыканты рвались туда, потому что публика рвалась туда, а Днепр уже был какой-то такой архаичный. У нас тут представители Днепра и туристы, насколько я знаю. Да, ну там тоже взаимозаменяемость полная. Лучше, да? Туристы становились, туристы, что быстро мешок бросил, рюкзак и пошел в Днепр, а днепристам в турист, поэтому там... Тех, кого сегодня можно видел в Днепре, можно было на следующий сезон увидеть в Могилеве, а кого в Могилеве, то того и... Интересный комментарий. Влад Гапеев написал в нашей группе, он написал такое: «А-а-а!» Ну, наверное, он в восхищении от вашего творчества. Давайте еще попоем. Что сейчас? Итак, у нас на очереди Sting и Every Breath You Take. Подождите секунду. Step.
Так вот, Стинг в четвертой студии. Опять материализация очередная. Женя, что вспоминается на третью книжку? Приходит вдохновение, слушая такую музыку, ребят? Во-первых, вдохновение приходит раз. Во-вторых, помимо вдохновения приходит, грубо говоря, и мягко выражаясь, посылы людей, которые, просто ознакомившись с двумя, делятся своими впечатлениями, там историями. Ведь здесь же получается, что две книжки, они вобрали в себя какие-то такие, скажем, бытовые истории, зарисовки, житейские истории из жизни целого слоя, целого среза населения, грубо говоря. И, они же не могли выбрать сразу все, поэтому многие: «Ой, а ты знаешь, а ты помнишь, а вот тогда ты же еще не написал, а вот этот, он же тому тогда». И вот все это плавно и постепенно, наверное, каким-то образом превратится. Третья книжка будет. Бог же любит Троицу. Это а ребятам Мила Мешкова посылает вот такие вот штучки. Ой. Спасибо. Нравится спасибо. То, что молодец. Они делают. Мила молодец. Ребят, скажите такой вопрос всем, кто ответит. Вот все-таки, играя чужую музыку, в ней есть место импровизации или нет? И нужна ли она вообще в данном случае? Я думаю, что ответит главный импровизатор у нас в команде, это Игорь Коржов. Понятно, что раньше, когда было дурным тоном отходить на йоту от оригинала, поэтому до ноты, и вот чем более похоже музыкант играл, как в оригинале, вот это был уровень. Но я желаю, особенно молодым музыкантам, не зацикливаться на этих моментах, идти своим путем, вносить музыку свои новые, модерновые решения и ничего не бояться. Да, конечно, базовая подготовка, она всегда нужна, но свои мысли, они гораздо более ценные и долгоживущие. Ну а свои-то песни есть у вас? Знаете, свои песни есть. Так получилось, что я волею судьбы работаю еще в коллективе Народный вокально-инструментальный ансамбль «Каскад». И вот благодаря этим ребятам, Валера Сурнаков, Сережа Николаенко, который занимается записью, благодаря этим ребятам, которые поверили, можно сказать, в мое творчество, эти песни обрели жизнь. И я, к своему удивлению, смотрю, народу нравится. Для меня это настолько в новинку. Я никогда не писал стихи. Да, музыку я пытался, но тут первую песню, которую я написал, она родилась буквально за две ночи. Я не знаю, как это получилось, правда. Видимо, оттуда все это приходит. Антона, у вас? Тоже были какие-то потуги, я не знаю, как их назвать еще. Ты не скромничай, там все в порядке. Все в порядке. Возможно. Я просто заговорили про какие-то свои мысли, композиторство. Я хотел бы вспомнить просто еще одного человека, который заслуживает этого, к сожалению, уже нету на этом свете. Это Владимир Коньков, который написал многим и многим исполнителям, которые сейчас работают и в филармонии, и поют замечательно эти песни. К сожалению, мы с ним были очень в таком тесном сотрудничестве и просто были лучшие друзья. Жаль, что он не слышит, наверное, где-то слышит. А Игорь, ты классную песню написал, посвященную Конькову. Я помню, мы ее исполняли. Когда был класс. Концерт, посвященный памяти Володи, и мы эту песню там играли, да. «Струна» она классная называется. Песня. К Игорю Беляеву у меня вопрос. Пока вы свои израненные пальцы рассматриваете,
Молодые ребята, молодые исполнители, насколько интересно вам, которые сейчас играют? Интересно. Я сотрудничаю с группой «Авангард Школа». Вот, мне очень нравится их творчество, и я в «Новом свете» себя почувствовал там. То есть там мы играем свою музыку, мне полная свобода дана в импровизации. То есть я на гитаре играю, ну, все, что в голове у меня там крутится. То есть очень интересно, молодежь играет, и с ними сотрудничать интересно. Ну, давайте послушаем еще одну песню. Насколько я знаю, это считается самая главная английская группа. И ты, Женя, удивишься, это не «Битлз». Я знаю, я даже назову, думаю, что это «Роллинг Стоунс». А нет, тоже нет. Да нет. После песни. Я думаю, что говорить лучше бы споем. Тут же я хочу передать привет от Семена Жипи. Передаю привет папе. Привет вам. Смотрит. Спасибо, сынуля. Смотрит, привет, если видит. Смотрит, слушает, видит. Спасибо, дорогой. Жень, проводишь ты разные мероприятия, в том числе там 70-ники, 80-ники, битлы, молодежь туда приходит. Так. Наша девушка-гример, когда ребята пришли, тут разогревались, я смотрел, молодая дама подтанцовывает, подпевает. Я говорю, неужели тебе интересно это? Она говорит, так это ж крутая музыка. В чем секрет того, что все-таки молодежь это все слушает и интересуется? Ну, наверное, секрет в том, что какая-то, ну, я, может быть,
открою секрет или не открою, какая-то душевная глубина даже в каких-то простейших вот этих вот движениях, казалось бы, инструментов, звуков. Но она есть, и если ее слышишь, то ну, резонируешь, поэтому что тут говорить? Ну, вот ты все время призываешь не забывать старых друзей. Ой. Ребята, исполняя песни Queen, они тоже не забывают старых друзей, да? И когда они с нами разговаривают, они тоже вспоминают своих старых друзей, которые играли с ними эти они песни. Они исполняют музыку. А музыка имеет необыкновенно весомый и значимый код времени. Вот вы слушаете музыку, вы сразу ощущаете время, в котором вы слушали ее первый раз. И она вас переносит туда, где вы были молоды, счастливы, любимы. И где были ваши друзья, которых я призываю сюда не забывать. Перед тем, как исполним последнюю песню, да, нашего вечера, нашей программы, я хочу, чтобы ребята по несколько слов, микрофон возьмите, вот по очереди сказали несколько слов тем молодым ребятам, которые сейчас смотрят нашу программу и думают, брать им в руки гитары и барабаны или нет. Конечно, брать. И гитары, и баяны, и балалайки, все в подряд. Long live rock'n'roll. А мне гитару подарили. Буквально на последний, ну, недавний последний. Надеюсь, он не последний, недавний мой день рождения. Вот этот человек и еще ребята, друзья, еще общие. И мне, я уже тоже не мальчик, но я только взял ее в руки, можно сказать. Поэтому смело вперед. Желаю молодым музыкантам, ну, то, что брать гитары, это однозначно. И не только гитары. И идти именно своим путем. Потому что самобытность, вот, собственное творчество, оно, повторюсь, действительно имеет все шансы на то, чтобы его услышала достойная публика. Поэтому, ребята, не надо никого бояться. Кавера каверами, а свои песни – это свои песни. И Александр. Я хочу пожелать молодым музыкантам, занимайтесь творчеством, слушайте музыку, любите. Ну, и все у вас получится. Любите музыку хорошую, слушайте много и много занимайтесь. Вот и все. Ну и специально, Женя, для тебя. Да-да-да. Поклонника Битлз. Ребята исполнят Rolling Stones. Получите удовольствие. Спасибо, друзья. Не забыли старого друга. I try, and I try, and I try, I can't.